Антон Павлович Чехов, толстый и тонкий. Читает Михаил Онегин. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёрдоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. «Порфирий!» — воскликнул толстый, увидев тонкого. «Ты ли это?» «Голубчик мой! Ха-ха! Сколько лет, сколько зим!» «Батюшки!» — изумился тонкий. «Миша! Друг детства! Откуда же ты взялся?» Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. «Милый мой!» — начал тонкий после лобызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ха-ха-ха! Ну да погляди же ты на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ха-ха! Ну что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь! Это вот моя жена Луиза, урожденная в Оценбах, а это вот мой сын Нафанаил, ученик 3-го класса. Это Нафаня друг моего детства. Мы с ним в гимназии вместе учились». Нафанаил немного подумал и снял шляпку. «В гимназии вместе учились», — продолжал тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег. А меня и Эфиальтом за то, что я ябедничать любил». «Детьми были». Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. Ну, что же ты, дослужился? Спросил толстый, восторженно глядя на тонкого. Дослужился, милый мой, колледжским асессором уже служу 2-й год, и Станислава имею. Жалование плохое. Да бог с ним. Жена уроки музыки дает, я приватно портсигары делаю. Отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Ну а кто берет 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда столоначальником по тому же ведомству переведен. Служить буду. Ну а ты как? Небось уже до статского дослужился, а? Нет, милый мой, бери повыше. Сказал толстый. Я уже до тайного дослужился. 2 звезды имею. Тонкий вдруг побледнел, окаменел. Но вскоре лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, от лица и от глаз его посыпались искры. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, сгорбились. Сам он съежился, поморщился, сузился. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки мундира. «Я, ваше превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство, и вдруг в такие вельможи!» «Ну, полно!» — поморщился толстый. «К чему этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему здесь это чинопочитание?» «Помилуйте! Что вы-с?» Сказал тонкий, еще более съеживаясь. «Милостивое внимание вашего превосходительства вроде как живительной влаги. Это вот моя жена Луиза, а это вот мой сын Нафанаил». Толстый хотел было что-то возразить, но на лице у тонкого было выражено столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого, подал ему на прощание руку. Тонкий поцеловал 3 пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.